Повышение качества медицинских услуг, их доступность – одно из приоритетных направлений деятельности органов власти республики. Открытие новых объектов здравоохранения и реконструкция уже существующих имеют важное значение. Наша съемочная группа побывала в некоторых из них и узнала, насколько теперь будет проще и удобнее получить медицинскую помощь жителям Чувашии. Пока еще здесь вовсю кипит работа и идет ремонт. Но совсем скоро обновленная регистратура, зал ожидания и кабинеты примут первых посетителей. Демонтажные работы завершены, коммуникации проведены. Сейчас началась отделка помещения. Это первый капитальный ремонт детской поликлиники Новочебоксарска за 30 лет. Конечно, мы очень ожидали этот ремонт, потому что требовался он, конечно. И окна поменять везде, и вообще фасад. Внутри тоже будет очень удобно. И красиво, и комнаты отдыха. Ну, то есть, ждем все только самое лучшее. Проект пока радует, как будет в открытии. Посмотрим. Кабинеты группируются по блокам – инфекционные, процедурные и другие. Расширится служба неотложной помощи. Для маломобильных пациентов сделают пандусы, расширят дверные проемы, выложат тактильные плитки. Работы планируют завершить к октябрю этого года. А жители микрорайона Альгешево смогут получить красивую и здоровую улыбку уже к концу сентября. Отделение городской стоматологии будет принимать как взрослых, так и малышей. Сейчас очень приятно, что рядом с домом уже стоматология. Уже не надо никуда не ездить, ходить. Все рядом дома. Ортодонты, хирурги, терапевты. Стоматология предлагает широкий спектр услуг. В поликлинике появится кабинет рентген-диагностики, что позволит оперативно узнать информацию о здоровье зубов. Все оборудование современное и высокоточное. Ежедневно помощь смогут получить до 360 горожан. А рядом со стоматологией откроется филиал 7-й городской больницы. Там будут находиться терапевтические и педиатрические участки. Очень будем рады. И в дальнейшем, думаю, мы в комфортных условиях будем обслуживаться. Надеемся. Ну, для этого мы это все и делаем. То есть, конечно, когда проектировался поселок, наверное, никто не думал, что здесь будет такое количество домов, что будет здесь такое количество молодежи. Поэтому, естественно, все потихонечку будет две хороших поликлиники: детская, взрослая и стоматологическая. Не забыли и о жительницах южного поселка. Женская консультация переехала в новое здание. Раньше медперсонал и пациенты летели в маленьком помещении. Не хватало даже рабочих мест. Теперь же все изменилось. У каждого доктора, значит, свой кабинет. У нас такая хорошая манипуляционная, процедурная, кабинет для кардиотокографии плода. И сами мы довольны, наши работники очень довольны. И пациенты приходят все довольны такие, нам говорят слова благодарности. Всего на учете стоят около 500 беременных женщин. И с каждым годом этот показатель в микрорайоне увеличивается. А вместе с ним растет и население. Реконструкция проводится и модернизация всех лечебных учреждений производится именно там, где это нужно. То есть мы оцениваем конкретно, где необходимо проводить ремонты, где необходимо строить и открывать новые поликлиники. Хороший врач, работающий в хороших стенах, будет улыбаться, будет оказывать качественную медицинскую помощь. Пациенты будут здоровыми, будут меньше ходить в наши поликлиники. Работа по реконструкции и строительству будет продолжена. Медицинская помощь должна быть доступна всему населению, уверены в министерстве. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.